Привет, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я спешу вас пригласить на языковые мастер-классы «Лето-2024», которые проводит компания «Акинцев и партнеры». Мастер-классы продлятся до 23 августа, так что вы можете в них еще очень даже активно поучаствовать. Ну а мое выступление состоится в понедельник в 19 часов вечера. Я жду всех желающих, кто относит себя к уровню А1 и А2, а также всех тех, кто испытывать некие трудности при использовании винительного падежа. Мой мастер-класс будет посвящен именно этой теме. Постараемся разобраться детально и подробно, что же это за такой неуловимый падеж, который то нужно ставить, то ставить его не нужно. Если вы испытываете в этом трудности, если ошибаетесь часто в теме винительного падежа, то я вас очень жду. Мы не только разберемся с теорией, но еще и попрактикуемся и попереводим различные предложения, чтобы отработать нашу тему на практике. Надеюсь, будет очень интересно. Жду вас в понедельник. Пока-пока!